Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман отказался от встречи с премьер-министром Беньямином Нетаньяху в Вашингтоне. Отмечается, что встреча была отменена из-за опасений руководства Саудовской Аравии в утечке информации. Ожидалось, что Мухаммед бен Салман прибудет в США 31 августа. Для проведения встречи на территории Соединенных Штатов тайно были куплены 4 дома, где мог бы разместиться саудовский принц. Условием встречи было проведение ее в режиме абсолютной секретности, чтобы о ней стало известно только после начала. Мухаммед бен Салман особенно опасался демонстраций и протестных акций, связанных с убийством журналиста Джамаля Хашогги.